Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть Disciples 2. Так, ну и давайте захватим вот этот город. Первый город. Как посмели вторгнуться сюда? Демосфен пальцем не пошевелил для нас. Орки, тролли и гоблины годами опустошали нашу землю. А все мольбы о помощи император пропускал мимо ушей. Блин, так мы сейчас и разрулить-то как раз и пришли. Все пришли разрулить, ребята. Сейчас все разрулим. Что там еще застава? А, ну тут вообще чисто символически. Отлично. Отлично, вынесено. Почему вы напали на нас? У вас больше дела нет, как только убивать своих братьев. Бунтовщики, вы замахнулись на своих властителей. Смерть, вот плата за измену. Казните их. Ты жесткий ютер, я тебе хочу сказать. Так, ладно, ходы у нас кончились. Слушайте, мне вот что интересно. Давайте я, наверное, сохранюсь сейчас. Может, он не отхиленный. Слушайте, а мы же можем даже проверить. А ну-ка, стоп. Дайте мне вора. Так, во-первых, зашли шпиона. Не, он целенький. Слушайте, ну мы можем на дуэль его спровоцировать, пожертвовать ему тем самым нашего вора, но мы ему демага нанесем. Как бы, ну, нормально. Хотя, что мы там... Не, ну нормально. 60 нанесли. Я не знаю, просто надо, ну ты может, убьешь как-то, а? Чувак, не убьешь. Но я понимаю, они сильные. Так, сколько ты бьешь? 60. То у него сотка останется. А если мы... Давайте в центрального все заливаем. Ну, блин, ты не мог... Ты как посмел вообще в таком важном матче промахнуться? Твою ж налево. Вот они сняли нам тебя. А, ну у них тоже один промахнулся. Так, ладно, давайте вот этого центрального ты убьешь уже. А ты давай вот этого. О, отлично, еще один промах. Так, давайте теперь вот этого ложим. Отлично, 2 на 2, но только наш титан покруче ваших будет. Ляп, ну блин, титан промахнулся. Этот промахнулся. Что-то тут битва промахов какая-то идет. Титан, давай. Красава. Давай, во. Во, завалили. Нормальдыс. Так и апнешься. Потихоньку. Так, заходи в башню. Ой, тебе только одного сквайра лечить. Все, ничтяком. Так, все, ход пропускаем. Сейчас мы убьем еще вот этого демона. И тогдамс. А он как раз подлетел удачно. Вот тут еще летит. Давай, клепай демонов, нам опыт нужен. Но еще больше нам нужны шахты. И маны. Маны, золото, всего, короче. Вот. Так, тебя мы, значит, идем. Тут все у нас нормально, целые. Да, тебя мы идем убивать. Ну, это даже... Ребята, вы подраться решили. Ок. Все, вопрос закрыт. Так, нам надо здесь, в этом замке, купить архангела. Ты должна снять этот джезум. Все, красавелла. Я вот не знаю, надо бы уже попробовать взять столицу, но нам для этого надо, чтобы взять столицу, вот эту качнуть. А ей еще довольно много надо качаться. Ладно, тут вон великие инквизиторы сидят всякие. На них можно качнуться, вот этих расхренячить, тут все дело сделать. Да, тут еще много где можно качаться. Я еще хочу зайти вот к этому торговцу, глянуть, что там. Пока ход пропускаю. Так.
Все, замечательно. Блин, ну хватит дымажить. А, ну в принципе ангела пофиг. Пофиг, что они ангела дымажат. Что нам с этого? Что с того-то нам? Нам с этого вообще ничего. Что они ангела дымажат. Или все-таки сначала... Не, давайте сначала вот тут вот сейчас свои порядки. Бла-бла-бла. А, копейщики за наших стали? А я думал, они опять. Ну, вон, иди, демона. Блин, я даже не знаю. Ну, иди, демона, если убьешь. Так, подожди, я его сам убью. Нет, не убью. Ну, я ускорюсь и убью. Вот так вот, теперь убью этого демона. For the... Ну, понятно, тут нет шансов никаких. Все, изи-бризи. Так, ангел. Архангел, снять жезл. Команда была. Так, мне тогда надо срочно забрать... О, а ты раз такое это, загоняй, короче, проверь, что там в той лавке лежит. Так, ну я не знаю, у меня такое ощущение, что наша земля туда сама по себе дорастет и уничтожит просто. Ну, захватит ту шахту, короче, она уже и так вокруг столицы бурундуков начинает нарастать, так что ничего страшного. Не, ну они там пытаются отбиваться, но то все фигня. Блин, а демоны, кстати, горный клан опять нам голову шпиона прислал. Да, да, я думаю, захватит она там эту всю шнягу. Так, ты, значит, тут свой жезл поставь. Она нам нужна. И потом снимешь вот этот жезл черный, возле черной магии. Точнее, жезл красный, мана черная. Так, давайте этот город отвоюем. Тут, конечно, все сильно. А куда ж ты будешь вызывать? Тебе же некуда вызывать. То есть мы тогда пойдем биться. Ух ты, они не слабо так-то бьют. Слушайте, мы можем и проиграть. Вон, у них 50 брони, да? Нет, 25. А, ну да. Это ты сейчас 95 зарядишь. У тебя сколько инициативы? 40? Ну блин, я вот как раз очень не хотел, чтобы этот появился. О, нормально, две жизни. Убейте копейщика, чтобы он не добил нашего. Так, ты лучше в этого шпендерехни. О, ничтяк. Да какой нафиг промах, ты... Ты понимаешь, из-за твоего промаха погиб твой боевой, блин, товарищ. Не понимает. Блин, тут это промах. Ну ладно. Боевой товарищ погиб, у нас куча банок, так что ничего страшного. Не зря мы там банки скирдовали. В принципе, наша основная задача, это даже хорошо, что он погиб, а Батиса больше опыта получит. Вот, а ей надо подниматься в следующий левел, чтобы изи вообще брать столицу. Я Демосфену не присягал, слабый из него правитель. Мы не видели от него помощи с тех пор, как королева умерла и исчез Утер. Утер вернулся, склонитесь перед новым властелином. Утер, если вы действительно Утер, мы готовы вам служить. Мы ждем ваших приказов. Окей. Так, где банка? Держи банку. А, у нас же еще есть Uber, вот эти, держи такую банку. Так, все, отвоевали замок, все ничтяком. Тролляку пойдем уничтожим. Так, ты, у тебя ходов нету. Ладно, пропускаем пока ход. Все нормально. Не, нормально отвоевываются. Потихоньку земелька там наша отвоевывает. Потихоньку, вон уже куда, скоро до шахты дойдет. Нормально. Так, ладно.
Давай мы с тобой сразимся, ну тут все легко. О, еще один ангел, это замечательно. Ты когда апнешься хотя бы... А, подождите, хотя бы в ангела хотел сказать. В ангела он-то как раз еще не скоро апнется. Вот маг скоро довольно-таки, и это апнется. Ну нормально, давайте еще руины зачистим. Тут наверняка тоже тролль. Ух ты! А тут опасный этот... опасная, короче, народ сидит, в общем. Я не ожидал вот эту здесь увидеть. А, ну все. Мы убили всех, поэтому... Она ничего... Она, короче, все поле паралич кидает. А, ну это, в принципе, ничего страшного. Но это крутой, крутой на самом деле. О, 122, хорошо. Чё тут нам лут какой? Дайте лут. 750 золота. О, и знамя неуязвимости 15% защиты. Это нам пипец как надо. Вот, то есть у нас было 10, а теперь 15% у всех защиты. Это круто. Кстати, вспомнил, надо ж учить заклинание. Ага, святую броню. Это нам не надо. Увеличивает наносимые повреждения отрядом. Давайте вот это выучим. Так, ладно, Архангел, ты тогда давай, наверное... Не, ладно, ты лети по своему маршруту, как ты и собиралась лететь, да? Так, ты проверь, что тут в этой лавке. Ага, в этой лавке есть 5 вот таких бутылок, они нам очень нужны. Кстати, что у нас вообще по бутылкам? Сейчас мы тогда туда вора будем отсылать, вор. Дайте даже двух, я думаю, двое справятся. Так, ты тут сейчас, значит, все будешь захватывать, это все понятно. Наверное, надо тогда еще одного архангела. Еще одного архангела сними здесь жезл. Так, а тут надо пару титанов уже посадить, потому как демоны в шаговой доступности. Во, все, пару титанов они не возьмут. Так, все. Ход пропускаем. Расфигачили. О, надо еще банку, точнее не банку, а лавку заклинаний посетить обязательно. Посмотреть, чего там. Так, демон летит. Тут эти пытаются отвоевывать свою землю столицей. Но ничего у них не получается. Так, отлично. Манарун уже по сотке набегает. Это хорошо. Так, ну нам надо в первую очередь убить вот этого проклятого чувака. Чтобы его убить, нам надо не дать, чтобы он нас убил. Блин, ну ты, конечно, плаваешь... Ой. Ты, конечно, плаваешь вообще пипец. Чё маны жизни так мало у нас? Я ее особо никуда не трачу, у нас ее так мало. Блин, вы еще умудрились его отпустить? Ладно, пропустим ход. Сейчас я захвачу вот тут замок. Тут, я не знаю, тут даже смысла нет посох ставить, да? О, выбежал еще один говнюк. Но он, кстати, в хорошую сторону побежал, в правильную. Убей, добей этого героя, чтобы ему пришлось 500 монет потратить на найм героя. Вот, отлично. Потом, наверное, пойдем сейчас тогда вот этот замок возьмем. А ты тогда... Нет, ты. Ты тогда тут ложи жезл. Все, замечательно. Ага, тут жезл уже нет смысла ложить. Ты тогда лети где? Вот тут вот еще наши маны есть. Собственно, лети туда, будешь там снимешь, да, жезлы и поставь. Блин, а как он туда? Он, наверное, как-то вот так залетел. Ладно, сейчас мы там тоже все оформим. А нам, в принципе, вот это вот крайний город, который нам осталось взять, а я его не хочу убрать, ребят. Я хочу сначала, вон, тут еще торговец есть. Сейчас мы все зачистим. Для начала все мы зачистим, а потом уже...
Так, бригада воров, он тут у нас идет. Все четенько. Так, а здесь у нас нету гарнизона. И этот чувак добежит. Порой так жалею, что нету портала, а? Да какие же вы медленные все-таки. Ладно. Найти сквайра. Найти еще одного сквайра. И... Может, броня там какая-нибудь вас спасет, если он... Ну, я не знаю, может, он нападать не будет, у него шпиона нет, он может побоится нападать. Да что ты колдуешь на моего героя? Мне пофиг, что ты колдуешь. Так. Тут земля наша уже... А, он пошел, решил с ворами подраться. Слушайте, я сейчас ему по башке дам. О, я знаю, как нам, мы ему можем поднагадить. Давай дуэльку. Фиг с ним. А, поединок. У него же там жизни не так... А, ну у этого 135, а бьет он 40. Ладно, давайте посмотрим, сколько. 37 осталось. Второй вор его уничтожит. А армия без героя вообще так медленно ходит. Это уж поверьте мне. Она так медленно ходит без героя. Вот, все, готов. Без героя ему будет тяжело. Так, где тут? Ты давай тогда тут расставляй свои палки дальше. А что ты тут не можешь поставить? Ну ладно, лети вот так ставь. А мы тогда бежим, берем вот этот замок. Ибо нефиг. Ну тут первого уровня гарнизон, все, изи. Берем вот этот замок. Вот еще одна золотая шахта у нас. Все ничтяком. Да, ты лети, лети вот там вот будешь захватывать те все замки. Так, все, ход пропускаем. Посмотрим, будет ли он добивать того вора теперь, тот гном. Ну, наверное, будет. Тут этот все колдует. Ну, пусть ману тратит, пусть колдует. Все, столица уже, уже зафейлила. А, не, он решил обратно в столицу бежать. Ну, пусть бежит. Это он долго будет бежать. Так, мы взяли тут, значит, базу врага. Закидываем палку. Так, все, ты возвращайся тогда к своей миссии. Так, ты выйди. Давайте наймем еще одного вора. Давай, беги туда. Ты залезь обратно. Ладно, раз у тебя такое, хотя нафиг. Мы сейчас титана тебе все-таки дадим. Титана, только вот так его надо поставить. Вот, а сюда сквайра и... А, денег нет, да? Ну ладно. Блин, денег нет, это жесть. Так, ладно, сам я пока пойду тогда воевать вот в ту, вот туда, в башню заклинаний. Так, а ты давай подлетай, как тут? Не-не-не, ты давай вокруг. Наверное, вот аж отсюда залетай. Нет, вот... Неужели... Слушайте, а скажите мне на милость, а каким образом тогда он поставил тут свои вот эти жезлы? Ладно, если их нельзя поставить, тогда фиг с ним. Мы поставим все равно. А этот все колдует. О, почти наша земля уже взяла ту шахту, скоро возьмет. А, нет, смотрите, она... Не-не-не... Блин, да кто ж тебя умной-то назовет, если ты так... Да кто ж ты так летаешь-то? Да, уничтожить жезл, вот, и следующий потом уничтожить. Так, вор, мне нужны банки маны. Красава. Еще одну, пожалуйста. Красава. Второй вор. Подбегаешь, тоже готовишься тырить.
Так, а мы пойдем глянем, что там за заклинание есть. Что есть за заклинание? Не, ну хороший акал, давайте, задрал. Он просто задрал колдовать. О, этот чувак там будет долго бежать. Так, эти ж не нападут на бедного ангела. Не, не нападут. 125. Так, давайте уничтожим этот жезл. Я не знаю, будет ли у него еще мана. Ну, мы можем, в принципе... А ну-ка, подождите. В замке давайте вылечим хил. Выучим хил исцеления. Блин, кучу очков магии. Ну, оно окупится. Если я сейчас этот хил не выучу, я потом не смогу... Ну, короче, я потом сюда вряд ли это приведу посохоукладчицу. Так что надо хилить. Так, давайте воры отрабатываем, значит, свой хлеб воровской. Красавчик. Давай отрабатываем. Красавчик. Ты давай тоже тут отрабатывай свой хлеб воровской. Красавчик. Так, в принципе, это... А ну-ка, кто у тебя же есть, да, ходы еще? Что тут еще? Ну, остальное тут так, по мелочи. Ну, давай хилку. Все, красава, спер. Так, ты тогда стань вот сюда. И сейчас мы обмен. Сначала вот с тем вором. Раз, два, три, ну и четыре, да? Теперь обмен с вот этим вором. Раз, два. Так, все. Теперь ты эти банки тащи сюда к герою. Как, ну, как получается, так и тащи. Вот, а мы сейчас глянем. И я подзабыл, честно говоря, вот в этой башне были банки. Ой, в этом, у этого торговца были банки или не было? По-моему, не было. Или мы их уже сперли? Нет, там воскрешательные были, но... Насчет вот остальных... Так, уже скоро, скоро уже ап. Так, ну что тут есть? Слабость, фигня. Туман смерти, фигня. Призыв скелета, фигня. Нет, тут бесполезные заклинания, к сожалению. Я думал, может, какая-то бронька будет. Но броньки там не оказались. Ладно, я тогда думаю, мы на этом этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.